Мы получаем сегодня 4 автомобиля, 2 Нивы, 2 Лады Гранты. Все 4 автомобиля оснащены по высшему классу, то есть есть кондиционирование, подогревы. А данные машины мы планируем использовать на отдаленных территориях, в том числе доставки пациентов с ФАПов. Плюс мы еще на этих машинах, то есть пациентов доставляем в специализированные клиники центральные города Владивостока. Ну и пациента перевозка у нас идет гемодиализ город Спасск. Используем все машины, новый автопарк, обновленный и не только обновленный. Мы обязательно его используем для перевозки пациентов на диспансеризацию, профосмотры, в том числе детского населения. Доставки наших докторов к местам осуществления деятельности, то есть на ФАПы, то есть специализированные бригады в рамках проектов, национальных проектов здравоохранения этого года. То есть все специалисты у нас на автомобилях доставляются, в том числе заборы крови осуществляют обследование и лечение на месте на ФАПах. Данные автомобили нам пополнят уже имеющийся нас автопарк, расширят наши возможности, приблизят наши возможности к населению, и мы сможем оказывать квалифицированную и быстро помощь экстренную и плановую.